15 золотых, 20 серебряных и 19 бронзовых медалей. Таков общий командный вклад молодежной дружины, зашедшей на третью ступеньку пьедестала почета. Сильнее оказались сверстники Риги и Венспилса. Спортивные функционеры называют итоги внутренней олимпиады достойными для двинчан, хотя и не скрывают, был шанс побороться и за более высокие места. Есть виды спорта, которые выступили очень достойно, очень хорошо. Ну, есть, наверное, виды спорта, которые могли бы подтянуться, то есть по ряду причин, наверное, они будут проанализированы, будет сделано все возможное, чтобы, скажем, улучшить работу этих видов спорта. Особых неожиданностей не произошло. Традиционно сильные в Даугавпилсе спортивные дисциплины дали больше всего медалей в общую копилку. Остальным, как тактично пояснили, надо прогрессировать. Привычное второе место в аккурат за столицей на сей раз пришлось уступить сверстникам из Венспилса, сделавшему в юношеском спорте значительный шаг вперед. Неофициальной задачей вернуть утраченные позиции станут старты в следующем году, уже на взрослом внутрилатвийском первенстве.